Термопилы. Гонка на время. Пошел! В этом режиме, друзья, я буду кататься за тыкву. Она такая прыгучая и довольно хорошая для этого режима. Так, ну тут можно вот так вот. Главное вписаться. Немного сбрасываем на поворотах. И теперь летим. Летим на всех скоростях. Минуя камни и преграды к финишу. 23.95, хотя там уже было 25, друзья. Ну, тут тоже 4 секунды у нас, уверенно, есть. Проходим мы Фермопилы. И сейчас это лучшее время. Как я и говорил, я потом буду еще отрабатывать эти результаты. Но золото мы взяли, и идем с вами в Таурезию, в следующей части. Thank you.